Последний день в Питере. Перед поездкой в Москву, блин. В 17 году я уже переезжал в Москву. Двадцать первый год. Переезжаю в Москву еще раз. Планов впереди море. Сегодня надо встретиться с родителями. Зайти к отцу Вячеславу для развенчания. Договориться о дате продажи земли в Турции. И сейчас числа 7 поехать в Турцию все продать. Не все, первую пока продать. Вторая пока нет. Я не готов продавать по такой цене пока. План таков. Украина, привет. Франция, привет. Погода? Погода так себе. Питерская. Градусов, наверное, 18. Саша, не обольщайся. Ты понимаешь, что им только бабки нужны? Им это кому, не понял? Здорово, дед, где внучка? А, нормально. Тебе такой внучки, как до Китая раком. Вот. В принципе, все. Сдак завтра заберет. Все пакеты. Остальное на машинке поедет. Перевезется. Но я еще ни разу не развенчивался. Иди нахер, чумошника. Оп. Вышел. История знакомства с Дианой? Очень романтичная и необычная. 21 век, вот здесь мы и познакомились. В Инстаграм. Она написала в директ. Я директ не смотрю года 16-го, как стало полмиллиона подписчиков и перестал смотреть, просто это нереально. Ну так, я точно понимал, что я не хочу быть один и быть с кем попало, я начал искать себе девушку, с которой я могу жить, которую буду любить, о которой буду заботиться, с которой у меня будет семья. Для меня это важно. И очень много с кем я пообщался здесь, в Инстаграм. Сообщений было дофига, но я обычно выбирал 20 девушек, с которыми общался. Где общение подходило к логическому завершению, оно заканчивалось, и я брал еще там, допустим, 20 девушек, с которыми общался. Так, в какой-то момент, перейдя на очередной список девушек, которые мне интересны по некоторым моим внутренним и внешним требованиям, мерковым показателям, я увидел Диану. И вот так вот мы и начали общение. Оно было у нас очень короткое. Мы буквально перекинулись двумя сообщениями в директ, и я оставил один из своих телефонов, и мы начали общаться по WhatsApp. Оно не писанины, а сразу созваниваться. И так мы начали общаться по 5-6 часов в день, каждый день. Вот. А потом начали, помимо общения, еще и созваниваться просто уже без видеосвязи. И, конечно же, писать утро, день, вечер, то есть с утра до вечера. И так мы провели вместе с 11 июля по 9 августа. 9 августа мы увиделись с ней в Твери.
Мне многие, конечно же, писали, что нет у меня никакой Дианы, что у меня шизофрения на почве расстройства и расставания, вот, что я себе все придумал, что это очередной развод, о том, что это очередная актриса мне пишет до сих пор, вот. Но я что-то не помню, что я где-то кого-то обманул, своих подписчиков или вообще кого-либо. У меня появлялись друзья, я вам сам писал, у меня есть друзья. Познакомился с некоторыми девушками, некоторые из них даже вам показал, но вы говорили нет. Саша, у тебя с ними что-то больше, шпили Уилли, что-то еще. Я говорю, нет, это друзья. Но вы прямо писали, что у меня прямо какие-то отношения. Когда появилась Диана, я вам написал, да, у нас отношения. Говорит, нет, Саша, это опять развод нас, бедных подписчиков. Ну, хер знает. Вот как-то так. Вот. Что с прической на голове, мочалка. На выход. Ну, представляешь, в реальной, в живой жизни ты подходишь так к человеку на улице, к незнакомому, и говоришь, блин, а что у тебя на голове? Мочалка какая-то. Вот ты бы сама как бы на это отреагировала? Подошел бы я к тебе и сказал, слушай, ты что такая стрёмная с мочалкой на голове? Ты подумал, блин, что, ты дегенерат, что ли? Больной. Мужчина, что с тобой? Вот, у меня тоже такой вопрос бывает к своим подписчикам очень часто. Рассказать про долги? А это не твое дело, друг мой. Развенчиваться. Сегодня как раз и... есть несколько вариаций, как это сделать, но буду это делать. Ботокс отошел. Да, вы правы, в Петербурге, в Москве буду сейчас разбираться по ботоксу. У меня, видите, здесь уже вот так вот, здесь только, тут так. Жесть какая. В Турцию. Турцию на продажу земли и на открытие виллы, я думаю, возможно, их получится совместить числа 5-7 сентября. И с 12-15 интересный проект будет в Каше, туда я, собственно, тоже еду. Вот. Ой, какие тут у меня хейтеры. Что ж вы, сука, безработные, что ли? Что ж у вас так все? Почему ты стал такой нервный? Такие они нервные. Я абсолютно нормальный, адекватный. Просто если вы думаете, что можно меня задеть и не пойти после этого нахуй, вы глубоко ошибаетесь. Вы с Дианой как отец с дочерью смотрите? Да мне тоже написали, что как дед с внучкой. Так что все нормально. Написать Диану в двух словах? Моя девочка, как вам нравится? Как я называю ласковую Диану, так и называю моя девочка. По-моему, все нормально. Не надо ботокса, брутальнее будешь? Не-не-не. Брутальность не ко мне. Александра, вы возмужали. Мне постричься надо. Я надеюсь, сегодня я постригусь. Грозный привет. Вот. Переживаю, Илья. Поводу развенчания нет. Это просто для меня неизвестная процедура. Как жениться и разводиться-то я уже знаю, как развенчиваться только в первый раз. Поэтому для меня это пока не то, что волнительно, а неизвестно, надо все порешать. А учитывая, что это надо сделать тоже в достаточно кратчайшие сроки, то, в общем-то, меня это несколько, наверное, беспокоит. То, что нужно продать землю в Турции, это факт, и ну, жду. И говорю, гоп, пока не перепрыгнул. Что еще? Переезд в Москву. Ну, тоже не нервно. Скорее всего, несколько... Мы все равно вместе живем здесь, в Петербурге. Просто несколько быт налаживать в первые вот эти вот дни. Не между нами, а вообще в самой квартире. То есть, ты когда переезжаешь, ей нужно сделать под себя. Вот, наверное, только так. Поэтому я на все выкинул или что-то оставил? Так а что у меня там было? У меня там были костюмы, рубашки, джинсы. То, что показали, выкинули. А у меня с собой-то больше особо ничего и не было. Саша, знаю вас, вы знаете, что хотите и ищете. Да, это правда. Общаемся ли мы с Ирой? Общаемся, да. Сегодня вот общались. Но земля же у нас общая, надо это все обсуждать. Саша, расскажите потом о развенчании. На Ютубе запишу вам на развенчание. Что, чего, как. Вот. Почему Москва, а не Петербург? В Москве большинство моих деловых партнеров и контрактов. Верили я в судьбу? Верю.
Че как? Маркус с тобой в Москву, а как иначе? Был ли с кем-то еще венчанный, кроме Ирины? Нет. А если скажет губы скачать? Шмар. Чем скачать? Куда скачать, блядь? А зачем развенчиваться? Вы собираетесь венчаться? Ну, видать, вы забыли, что ЗАГС в Советском Союзе открыли, по-моему, в 1927 году. До этого граждане и гражданочки трахались без росписи. А церковный вариант был убран в 1917 году. И, в общем-то, до этого муж и жена считались в том случае, если они венчались. Вот. В принципе, вот так. Если вы не знали. Поэтому для того, чтобы полностью закрыть... инвестирование как дом, то есть смысл купить квартиру, чтобы потом перепродать дороже. Но я уже с большим интересом куплю тогда землю в Турции, потому что в любом случае покупаю я землю за одну цену, продаю за другую. Крыму привет уже. Ирландия привет, привет. Злой стал? Да пиздец, я такой добрый, что можно офигеть, какой я добрый. Диана красивая, правда. Вообще не развенчивают? Да развенчивают. Говорят, развенчивают в современном мире. Говорят, вообще три раза можно венчаться. Буду ли я сдувать губы? Такое ощущение, что у него насосом надуты. Ему надо сделать так... Блин, ржака. Дом, квартиру мы выбрали на Нагатинской набережной. Азербайджан тоже привет. Слушайте, нет, развенчание достаточно, я так понимаю, простой обряд, но у него есть какие-то тоже определенные процедуры. Все узнаю, все расскажу. Ты нищеброд, да? Нищебродина. Так, кто-то еще хотел на выход? Вы не стесняйтесь, я с радостью. Жить я буду пока в Москве. Кататься буду в Турцию. Поэтому, когда будет продажа земли и открытие виллы, я думаю, на 3 дня в Турцию мы раз съездим, потом с 12 по 15 3 дня еще съездим. И вот так вот мы, в общем-то, это самое милое дело. Когда начнется вся вот эта хренотень со слякостью в Москве, тоже на 3-4 дня прям шикарно можно отваливать с России в Турцию. Почему не ездить в Турцию? Деньги в Москве, мои дорогие. Пока их с ними нужно работать, с этими деньгами. Потому что я залез в Турцию больше, чем мог. Должно же было быть все хорошо. Должен же был быть курортный сезон. Самый горячий. И он и был. Уже и запись на виллу прекрасная была. И на тот ценник, на который был. Но потом Эрдоганчик всем поднасрал. И все. И пришлось понимать, что по легкому пути не пройдет. Но бизнес штука такая. Диана где? В спортзале. Диана в спортзале. Что Диана говорит про ваши губы? Ей нравится. Вьетнам, привет. Губы у меня гипертрофированы от геля, который у них был. Хотите ли вы Дианы деток? А это наше дело с Дианой. В ТикТоке я тоже есть. Вот так. Немножечко подтупливаю там, но у меня, видимо, не хватает уровня деградации для ТикТока. Узбекистан, привет. Мы тебя
корни. Так. Когда койки уберу? В сентябре уберу койки. Задумаюсь о перманенте, надо аккуратненько перманентом подменять, возможно, форму губы. Почему я не в спортзале? У меня сильно настроения нет. Вроде все нормально, а все равно что-то не, морально давит. Поэтому я сегодня не в спортзал. Ты как будешь носить фамилию бывшего мужа Масси? Не, со временем поменяет, мой друг. Но сначала я разберусь со всей турецкой эпопеей. А вот. Какими достижениями горжусь в своей жизни? Да все путем. Я живу свободной жизнью, сегодня плохо. Хочется еще больше свободы, но пока тяжеляк. В Карелии был недавно. Джулия, Александр, если бы вы остались с Ириной, дальше, как всегда, вы бы вернулись назад в Россию или остались бы навсегда в Турции? Я думаю, что остался бы в Турции. Я уже подустал от Инстаграма и от Ютуба. Вот. То есть меня уже не так сильно интересовал какой-то яркий формат. Мне уже хотелось больше, знаете, чтобы отстроить виллы. Если был бы тяжеляк, одну бы землю бы продал. А вот. Виллу бы, если бы сейчас Эрдоган не устроил всю эту хрень, начали бы приносить свои первые там 30-40 тысяч долларов в месяц. Этих денег бы вполне хватало бы для путешествий. И я бы с удовольствием куда-нибудь укатился бы в кругосветочку дней на 90 или 120. Не знаю, был бы вам интересен этот формат, а мне бы был бы точно интересен. Очень хочу попасть в Перу, Боливия, все вот эти страны прокатиться. По Латинской Америке, на карнавал в Рио-де-Жанейро. Все хочу. А для этого нужны бабки. И сколько их капает с Инстаграма, я хочу, чтобы мне перестало это волновать. YouTube приносит свой доход постоянно, магазин приносит свой постоянный доход, но это все доход на жизнь. Для путешествий нужно денег больше. Поэтому и была затронута Турция. Поэтому, если бы всего бы этого не было, жизнь была бы несколько другая. Сейчас жизнь другая, поэтому здесь можно и не уже не париться по этому поводу. Та-да-да-да-дан. Когда Диана дочь привезет в Москву. Кора, я тебя забаню, блин. Какую дочь, мать твою? Перманентно это ко мне? Сначала надо удалить. По бровям, по губам тоже надо. Но сначала нужно переделать зубки. Потом уже пойти на перманентные. Эрдоган лучше, но тебе виднее, мой друг. Так, что еще? Нужно пивка для настроения бахнуть? Ну, здорово, вы живете. В 3 часа дня бахать пиво в понедельник. Магию масочка не будешь снимать? Буду. Просто нужен дом. Яна обычно любит в ресторанчиках посидеть. Но в Москве потихонечку все вживусь, все будет. Буду готовить. Ем ли я говядину? Но я же не индус. Ем говядину. Саша, где был именно в Карелии? Ландехпохья. Или как-то так. Гардероб менять. Спокойно, у меня целый баул вещей от Димки Солдатова. Это тоже распаковку буду еще на Ютубе показывать. Увидите, сколько охрененных вещей. У меня даже бинокль есть. И боксерские перчатки я себе взял. Саша, видел тебя, когда выходил из дома, выглядишь хорошо. Приятно слышать, спасибо. А Диана не хочет на ПМЖ в Турцию? Мы только начали жить, мои дорогие. Надо вообще понять, кто мы, что мы, что у нас выходит, где у нас выходит и прочее. Я и мои три подружки снимали с вами видео во дворе в ТикТоке. Помните? Помню, конечно. Это приятно. Ну и как, видосик зашел? Когда будут утренние новости на Ютубе, обещали два раза в неделю. Я вот сегодня проснулся в 6.40, а лег в 5. И понял, что через час 40 я вам никакой энергии не дам. Это нужно с утра проанализировать, новости простудировать. Пока не наладится жизнь, не знаю.
Причем тут Эрдоган опять на нулевого аккаунта. Пожары были по всей стране, его отрицали. Ты. Я говорю, что пожары есть, да. И каждый год пожары есть. Та-дам, та-дам. Что скажешь о последней песне Иры? Не слышал. Не слышал. Саша, говорят, что союз с Дианой — это пиар, потом снова к массе вернешься. Давайте поставим деньги на это. Было неплохо. Ла-лам. Сколько тебе лет? 68. На выход, мой друг. Я сижу себе на скамеечке, отдыхаю, кушаю. Ребят, это фейк из отношений. У Дианы есть богатый покровитель. На выход, мой друг. Тарарарам, парам, пам-пам. Прошу прощения, а имплант из ягодиц убрали? Да. Саша, хочу подарить тебе 7-8 собак. Смешно, смешно. Как ни крути, а масти тебе не хватает. Чем крути? Люди. Люди. Я ведь реально, ну, неплохой человек. Может быть, не хороший, но точно неплохой. Но я, когда читаю комментарии, я реально понимаю, что Армагеддон не самая плохая мера по отношению к роду человеческому. Потому что большинство биороботов планктона, по-моему, сука, превратились в реальное уже большинство. Хороших людей очень много. Я встречаю их в жизни, во дворе, где угодно, в любой стране. Но вот эти вот тролли, которые здесь, это, конечно, жесть. How old your girlfriends? Can't, my friend, ask it about age girls. Мне кажется, вы идете на жертвы и не хотите этого сами. По-моему, все нормально. Ногти жалко. Все остальное хорошо. Я пока в Тинькофф. Да, думал по поводу финала, но пока я в Тинькове сижу. Это так. Вчера на портале Антон некий. Вы с этим Антоном меня уже замучили. Если у Антона есть какие-то вопросы, то он мог бы задать мне их лично на своем канале. Вот. Но Антон со мной не связывался. И поэтому пишут всякую хрень, чтобы переться за мой счет. А я это очень не люблю. Поэтому, Антоша, хорош. Дом? Нет, дом точно нет. Дом за 5 мультов не купишь, а 20-25 мультов инвестировать я сейчас не готов. Ла-ла. А ее глаза, два бриллианта, три карата. Выглядишь говняно. Спасибо, ангел и демон. После расхода становления вы смотрите оба изменились в лучшую сторону. Да, 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 это так. Это так. Мерзкий типок. Мерзкий типок тебя сейчас забанит, сучка. Крашеная. Та-ра-ра-рам. Когда вы поженитесь с Дианой, что за вопрос? Что за вопрос? Сделать на земле ресторан? Нет. Онлайн покупку акций покажу, но для этого нужны деньги, пока их нет. С таким настроением можно всех удалить после эфира. Можно и во время, мой друг. Можно. Да-да-да. Саша, бороду? Не, друг мой, бороду я не люблю. Борода мне не нравится. Туркмения, привет. Хабар, Харьков тоже привет. Где работает Диана? Зачем вам это знать? Вы можете понять одно? Люди мои добрые, 4866 человек. Люди не должны работать.
Вы знаете, от какого слова работа? Знаете, вам неприятно от меня это слышать, но тем не менее работа от слова раб. А я и не раб Божий, и не раб социализма или капитализма. Работать должны деньги. Ты думаешь головой, ищешь идею, находишь финансирование, вкладываешь его, и работает идея, а не ты за прилавком или где-то еще. На начальном этапе жизни все мы находимся в жопе. Херово, когда мы в жопе находимся и к концу своей жизни. В принципе, вся логика. Стамбул, привет! Диана меня, да, в Стамбул тащит на шопинге. Говорит, там шопинг. Масочку на лицо, да мне вообще косметолог нужен. Сейчас приеду в Москву, буду разбираться, куда, кому, чего и как. Что мне понравилось в Диане? Характер мне понравился в Диане. Все мы рабы Божьи? Нет, это вы рабы. Есть еще дети Божьи, поэтому не путайте. Да-да-да-да-дам. Варшава, привет. Мурманск, тоже привет. С родителями Дианы знакомился? Не-а. С моими сегодня встречаемся. Да-да-да-да-дам. В принципе, вот так. С Юлей все в порядке, не переживайте. Цены пришлось снизить, а остальное все в полном порядке. Находка, Приморье, привет, Уссурийск, привет. Пока не могу привыкнуть к ногтям. Как у тебя с чувством юмора? Лучше, чем у меня. Лучше, чем у меня. Характер невозможно знать в течение месяца? Не права. Ольга, ты не права. Можно? Характер можно узнать в течение месяца. Вопрос, как вы собираетесь провести этот месяц? Встречаться 2-3 раза в неделю или быть 24/7? А мы почти 24/7. А кто тогда будет нас лечить, готовить еду в ресторанах, учить жить детей? Причем тут рабы? На почте работать кто будет, да? Да? У прилавка кто стоять будет, охранником кто будет. Потому что работы разные нужны. Это не значит, что эта работа дает нам то, что нам, мы должны получать. Мы продаем время за деньги. И если это делать, то делать это с толком. Кто будет работать? Тот, кто не достиг этого еще, тот и будет работать. Тот, кто выбрал такое призвание. В принципе, все просто. It's alright, it's alright. Саша, а с кем будет Маркус, если придется не путешествовать? Няня тоже будет у Маркуса, значит еще одна няня будет. Плохо выглядишь. Серьезно? Я буду стараться выглядеть лучше. Может быть, мне удобен такой ракурс. Можно сделать такой ракурс. Все, привет. Блять. Видимо, вы не знакомы, как работает камера и как работает свет. Именно если бы такие, как ты, были бы, апокалипсис бы настал. Юленька, иди нахуй. Нахуй. Вот. Ла-ла-ла-ла-лам. Не хмурь лоб, но как не хмурить, он хмурится. Ботокс отошел. Как родители отнеслись к Диане? Нормально, мои родители меня любят. Ба-ра-ра-ра-ра-ра-ра-рам. Собак навещаете? Собак не навещаю. Похож на фильм с первой части фильма «Люди в черном»? Да я знаю, да. Дай мне сахар. Чай с сахаром. Больше сахара. А что со мной не так, а так? Да, хороший был фильм. Хорошие были раньше фильмы. Злой стал. Галина, выход сверху, могу помочь. Диане 40, 70. 70, Диане.
Идите в ресторан. А что я в ресторане буду делать? Та-на-на-на. В рестике мне делать нечего. Я и так вечером к родителям, с родителями в рестик еду. Ты собак кинул? Почему не закрыть страницу для своих людей, если не нравится, что пишут? А как же? Охваты. Рекламка. Чувствуется, как вас заебал инстик? Да не. Инстаграм разный. И люди разные. Не тот же шпак постарел на выход. На выход. Почему Санжаровская так мерзко о вас отзывается? Ну так это о ней говорит. По-моему, уже все здорово. Говорят, вы смысле в долгах по уши, правда? Говорят, тут бабки, если был бы, она была бы деткой. Чем закончилась история с похищением Маркуса? Не знаю, этим Валерка занимается. Что ж ты мучишь меня? Почему Диана не разрешает общаться с любой? Ой, что за вопрос? Нидерланды, привет. Посмотрите в сторону. Посмотрел? Когда закончится реклама с Ириных топиков? Топики вообще как бы мои изначально были. И магазин работает на двоих. По-моему, все неплохо. Так что так. Любовь накрыла шпак. Ну, лучше любовь, чем жопа. Вот. В принципе, вот. Ну все, дорогие мои, потихонечку будем прощаться. Скоро надо уже будет выдвигаться в рестик. А мне еще надо отвечать на смс-ки. Давайте там, не скучайте, не пропадайте. Комментарии не забывайте тоже писать. И лайки ставить, между прочим.